просит, он меня уже так катал. Ну, тут... Давай замена его яблоко. Нет. Мы стараемся быть не нервными, когда стреляют. У нас тут трясется все. У мене тут сім'я, мої батьки, мій син. Ми прийшли сюди, моєму синочку було 3 місяці. От я з 3 дітьми. Тут, як би, условия не сильно для дітей. Ні учоба, ніякого розвитку, питання небольшого. І у дітей вже і зуби портиться почали, вітаміна Д не вистачає, сонця не вистачає. Я як прийшла з мамою сюди, я до этого сидела в другом бункере, но в него 2 марта попал снаряд. А так я тут 25 марта. Февраля. Февраля. Сначала было много всего, было еды. Нам говорили, что запасы вообще на год. Потом оказалось, что на месяц. Ну, теперь вот непонятно. Завдяки воєнним у нас є що їсти, тому що якщо якби не воєнні, я не знаю, як би ми взагалі з цим справлялися. Дитині навіть надали суміш. І памперси, так. Короче, мы сунем еду в магазин. Играемся игрушками, нам тут приносят телефоны, да. Ага. Ну вот, делаем всякие постройки, вот, придумываем что-то. Ага. Хотели бы выбраться наконец-то? Да. Да. Мы очень хотим. А что, что хотите сделать, когда выйдете наконец-то в безопасность? Мы тут уже список еды написали. Хочется узнать, что с бабушкой и сестрой все хорошо, что они живы. Поехать к ней. Она живет в Киеве, в Украине. Мы хотим только в Украине. Угу. Мы лишились дома, мы лишились средств к существованию. Мы хотим жить нормально, спокойно. Мы хотим выйти отсюда. Очень много деток. Они полуголодные. Лишили нас всего. Ну хоть жизни дайте нам. Хоть дайте нам еще пожить чуть-чуть. Пусть там мы уже в возрасте. Но наши дети. Хочется, чтобы они росли. Чтобы они остались живы. Вот все, что сделайте, делайте. Остановите это все. Делайте, вывезите нас отсюда. Мы просим. Мы плакать, ну... Уже выплакали все, уже нет сил плакать, мы сидим, ну, все, пожалуйста. У меня недавно был день рождения, ага. И да, мы мне мамуся и татуся пообещали, когда мы выйдем, купить красивый подарок. Меньше совсем плачет, он спит и дергается. Старшие тоже, уже у них депрессия начинается. Скучают за мирной жизнью. В последнее время очень страшно. Даже страшно подняться просто в уборную. Ну, вместе с мужем и с котом с 5 марта, после того, как было 2 попадания осколка в нашу квартиру, прибежали, вот, попали сюда. Постоянный стресс, постоянные обстрелы. Еды остается очень мало. Нам нужен зеленый коридор. Если наше правительство договорится с международными организациями, чтобы под ООН, под ОБСЕ здесь организовали международный вот этот зеленый коридор, чтобы нас отсюда вывести, потому что здесь, скажем так, вот лично мне уже нет смысла оставаться, здесь у меня ничего уже больше не осталось, вообще ничего не осталось, вот все, что на мне, вот это все, что есть у меня. Мне надо отсюда вывозить детей. Потому что мне надо, чтобы мои дети учились, развивались, и у них была мирная жизнь, а не вот, вот война. И за зеленый коридор, да, чтобы и сопровождение было, и точная уверенность в том, что я доеду. Меня нигде не расстреляют, меня нигде не тронут. Хочу, чтобы все, кто побачит это видео, чтобы они
допомогли нам зробити цей зелений коридор, щоб ми вийшли звідси. Безпечно. Безпечно. Всі живі. І мирні люди, і воєнні, усі. І всі, хто причетний до цієї війни, хто пішов у нас війною, я дуже бажаю, щоб вони усю цю боль, щоб вони все це відчули на собі. Щоб їх діти все це відчули.